Привет, друзья, с вами Алексей Стеклов на канале Видео Ворчун. Электронный блок управления Pathfinder настолько умный, что порой умнее водителя, и он сам адаптируется под режимы работы различных датчиков. И, исходя из этих данных, он постоянно подстраивается под текущие условия, изменяя режимы впрыска топлива. И, соответственно, после каждой серьезной процедуры или операции с двигателем желательно провести сброс всех адаптаций, то, к чему уже привык электронный блок Pathfinder, для формирования топливно-воздушной смеси уже по другому алгоритму. Итак, как сбросить все адаптации после нашей какой-нибудь серьезной процедуры, смотрим. Убедитесь, что педаль газа свободна, не нажата, ее ходу ничего не мешает. Включаем зажигание, ждем 3 секунды. В течение 5 секунд 5 раз полностью нажимаем и полностью отпускаем педаль газа. Ждем 7 секунд, потом до конца нажимаем педаль газа и удерживаем ее около 10 секунд. Или пока не начнет мигать лампа Check Engine. Полностью отпускаем педаль газа, ждем несколько секунд. Полностью выжимаем педаль газа и удерживаем ее более 10 секунд. Полностью отпускаем педаль газа, индикатор Check Engine должен быстро мигать. Вот такая несложная процедура поможет блоку управления двигателем заново начать обработку данных, радовать вас правильным алгоритмом работы и, естественно, расходом топлива, приемистостью, мощностью и всякими такими плюшками. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и не болейте. Пока!